Владимир Васильев поблагодарил московских врачей за помощь в борьбе с вирусом. Встреча с главой Дагестана прошла в аэропорту Махачкалы, где и были вручены благодарственные грамоты медикам. Отметим, что приезжими врачами была проведена консультативная и методологическая работа в 11 лечебных учреждениях Дагестана. В результате совместных обходов по отделениям различных стационаров было проконсультировано около 700 пациентов. Кроме того, выполнен разбор конкретных клинических случаев с последующей коррекцией терапии. Специалисты выработали тактику ведения больных. По каждому тяжелому больному был проведен врачебный консилиум.